я покинул родную станцию в первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Петру, наверное, повидал, а? Давай-давай, ну, да. Двигай. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил. Но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что в нем такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им, и не понравилось мне совсем. Осторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл! Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Голова. Больно. Что это такое? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Что происходит, а? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очнись, Борис! Ай, бесполезно! А, боже! А, стреляй! Стреляй! Очнитесь!
посмотрим здесь. Береги патроны, Артём. На помощь! Мы почти у блокпоста. Чуток осталось. Что такое произошло? О, блокпост! Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в полис ездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Эй, ребята, тормози. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель.
Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл! Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это со мной? Что? Что со мной? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Thank you.
Лев! Быстрее сюда! Только не огнемет! Прошу! Дайте ему шанс! И пожигай! Сейчас мы ему строим! Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю.